Приветствую вас, меня зовут Марина Климова, и предмет нашего следующего ролика – это особенности контроля применения контрольно-кассовой техники в 2023 и 2024 годах. Дело в том, что новый порядок контроля ККТ, который ввели в 2022 году, по сути, не был опробован на практике. Сразу начался мораторий на проверки, и ни мы, ни налоговые органы еще вот в эти новые правила не вросли. В 2023 году также есть определенные ограничения на проверке ККТ, а в 2024 ситуация с контролем будет развиваться. Все это возможности контролеров, наши возможности, возможности по оспариванию действий контролеров при нарушении ими моратория или правил проведения контрольных мероприятий с учетом новой нормативной базы и будет предметом нашего рассмотрения. Жду вас на видеоконсультант.